Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре мочевки универсальные от компании Colnic Dexter Match в росте 390 и 420 сантиметров. Тест 5-20 грамм. Многие спрашивают у меня, какие мочевки взять, как универсалы для того, чтобы можно было и ловить и карпа, и любую белую рыбу, там плотвичку, карасика, еще так далее, потому что не у всех есть такие финансовые возможности, которые для каждых условий будут подбирать себе нужный необходимый матч. Поэтому вот Dexter — это оптимальный вариант для таких людей, а таких людей, как известно, большинство. В общем-то, мне самому не хочется в разные места таскать там разные мочевки. Я сам часто пользуюсь двумя-тремя, которые мне наиболее нравятся. Значит, по материалу производитель Colnic не указывает тоннаж, ну, если можно так назвать, сколько тонн он сюда уголечко положил, да, какой модульности уголь. Но, естественно, это карбон. Порядка 30-36 тонн. Строй удилищ достаточно посылистый, то есть если это можно применить к матче, то это, в общем-то, прогрессив. То есть тот строй, который сможет и упругостью своей повязать рыбу, завязать, не дать ее уйти, применить относительно тонкие поводки, но не до 0,08, конечно, не 0,06, но при этом вот 0,1 вы совершенно спокойно можете сюда ставить. И при этом можно ставить толстые поводки и ловить даже рыбхозного карпа. По бланку катушка держателя, обратите внимание, с нижней гайкой. Это максимально надежный катушка держатель. Он, да, он среднебюджетного сегмента, но он надежен. Точность такой же катушка держатель, кто ловит моей серии, которую я разработал, Федерас, Абониев, Импульс, прекрасно знаком с этими держаками. Они, в общем-то, вечные, и ничего у вас никогда не отвалится, как иногда это бывает при верхнем форогрипе, верхней гайке. Далее идет у нас такая вот рукоять, пробковая рукоять, достаточно плотненькая такая, толстая. Эва. И замыкает, соответственно, все здесь у нас торцевая комлевая пробка с символикой Colnic. Крайне важный момент, что хочу сказать. Это, как вы видите, торец этого колена здесь покрыт лаком, залачен. И часто в этом месте лак начинает подтекать. Ну, и вы когда новое удилище покупаете, здесь может быть такой небольшой подтек лака, который в случае стыковки начинает внутри подпиливать колено. И потом в какой-то момент у вас в этом месте колено просто ломается. А вы не знаете, от чего это произошло, и ссылаетесь на брак или еще на что-то. Поэтому в этом отношении обязательно имейте в виду при покупке новых удилищ вот такого плана стыковки, вы здесь должны аккуратненько просто снять фасочку, и проблема будет решена мгновенно. А вообще еще есть много всего, на что стоит обратить внимание при покупке новых как мочевок, так и фидеров и так далее. Поэтому у меня есть на канале это видео, как проверить удилища и как избежать каких-то нюансов при покупке. Посмотрите, пожалуйста, оно есть, будет интересно. У меня за кадром есть листочек, я здесь заранее померил, измерил основные параметры, потому что каталожным значениям не всегда доверяю. Значит, в 390 длина, вес реальный 250 грамм, транспортная 140, диаметр комля я мерил вот здесь 25 миллиметров и расстояние до катушкодержателя 44 сантиметра в обоих длинах. Как и, кстати, диаметр комля тоже 25-420. Но транспортная длина у нас в 420 варианте это 146, а вес 299 грамм. Давайте сейчас их разложим и посмотрим уже, как они построены. Итак, друзья, разложили Dexter. 390 у меня в руках. Вот я ее беру. Смотрите, построю. Ну и горизонтально. Ну, достаточно мягкая палочка. Очень бросковая. Нагружаем. Смотрите, строй. Видите, ну, карп отличный. То есть такая универсальная мочевка. Очень вяжущая. И 420-я, смотрите. Ну, в руках лежит очень легко, удобно. Смотрите, построю, в принципе, то же самое сейчас посильней.
Ну, то есть хорошая посылистая такая прям стягает аж воздух. Ну и с запасом чувствуется она. Сдюжит любые нагрузки практически. Видите, как хорошо отрабатывает, колечки хорошо поставлены от бланка. И фактические длины, крайне важный момент, 390-398 сантиметров, то есть 8 сантиметров вам производитель в подарок положил, и 420-425 сантиметров. Итак, друзья, посмотрели, убедились, что это действительно универсальные, приятные мочевочки. Да, они чуть-чуть там где-то тяжеловато, ну совсем немножко в руках, но зато вы получаете действительно удочку матчевую, которая тяжело сломать и которая вас выручит в любой ситуации, будь то карп или там любая белая рыба. Насчет сломать, кстати, крайне важный момент. Все покупатели магазина Multifish, кто приобрел у нас любое удилище, получают бессрочную, бесплатную, на весь срок службы гарантию на заводской брак на любое удилище, купленное у нас. Точно так же, пока мы проводим такие акции по бесплатной раздаче запасных частей до 2 штук в год, даже если вы сами сломали удилище, вы можете к нам обратиться в период проведения такой акции, выполняя определенные условия, которые прочитаете на сайте Multifish в рубрике «Программа лояльности». Если коротко, это подписка на соцсети и так далее. Но вот посмотрите, пожалуйста, тогда вы сможете у нас люди поменять, бесплатно взять запчасть взамен сломанной, даже если вы сами наступили на нее и так далее. Люди этим пользуются, очень довольны. Отзывов много, как в YouTube, так и в других соцсетях. Значит, далее по поводу чехла. Вот такой мягкий чехольчик, синтетический, приятно, качественно прошит, с тремя отделениями-секциями под каждое коленце. Ну, соответственно, с клапаном на завязке, и здесь внизу клапан тоже на завязочке. Ну, вот такая вот не впитывающая влагу, запахи приятного цвета, достаточно яркая такая опертка, можно так сказать, да, чехол для данного удилища. Посмотрите, пожалуйста, моя просьба к вам под видео, вот такой пальчик, нажмите на него, это поставьте лайк и кнопочку подписаться, если не затруднит. Всего вам доброго и до новых встреч.